Салют, народ, с вами Виолент, и мы продолжаем играть с вами в GTA 5 с модами. И сегодня у нас продолжается реальная наша жизнь, и сейчас мы будем заниматься дальнобойществом, ребят. Мы будем развозить грузы, баблишко надо заработать. У нас, кстати, баблишко есть, давайте посмотрим, сколько. Почти 3 миллиона, и надо это, естественно, увеличить, потому что жить хотим прекрасно и весело. Поэтому мы сейчас устроимся водилой и будем развозить, как настоящий дальнобойщик, грузы. На часах у нас 8 часов утра, да? Я уже приехал вот сюда вот, и сейчас мы будем заключать контрактики с вами и заниматься перевозками. Поэтому давайте, ребят, возьмем контрактик. Смотрите, значит, что у нас здесь есть. Контракт, так, положи ты мобильничек. Заходим, значит, сюда. И новый контракт, самый дорогой, стоит 8000 баксов, я так понимаю, да? Мы, значит, его с вами берем. Да, мы с вами его взяли. Вот наш грузовик. Get in the hauler. Подождите, нам уже груз даже дали или что? Груз нам пока что не дали, да? А вот такая машинка неплохая. Смотрите, какая красивенькая. Хорошо. Уже мы делаем успехи. Подождите, да. Да-да-да, все верно. Сейчас нам нужно, я так понимаю, взять груз, да? Или подождите, давайте попробуем сядем. Может, нам покажет? Так. Отлично, просто шики-блеск. Нам 3 километра фигачить, ребят. Интересно, что здесь будет. Здесь, походу, нам нужно будет забрать, ребят, наш груз, да? А что там упало? Я же ничего не сбивал вроде бы. Что за фигня происходит? Ладно, поехали, ребят. Офигеть, устроился дальнобойщиком. Это просто жесть какая-то. Ладно, день, хорошая погода, и мы за рулем. Будем фигачить, будем работать, будем зарабатывать баблишко. Вот так. А сколько я просрал, интересно? Так же осталось, как-то странно. А, 8 тысяч баксов было, да? Ну ладно, давайте посмотрим, что это такое. Карго. Pick up the cargo. Сейчас посмотрим. Так, тихо! Койотики тут бегают, офигеть. Спокойно, не нарушаем, спокойно едем. Хорошо, здесь можно сократить, кстати, вот так вот. Да, на изи-бризи можно сократить, по дорожке едем. Я дальнобойщик мазафака, самый лучший. А зачем мне вообще сокращать? Вот здесь вот так вот просто по прямой валим и все. А потом завернем, погодка у нас хорошая. Едем мы сколько километров, за руля я нифига не вижу. А вот здесь мы уже можем свернуть. Нет, не можем свернуть, потому что я чуть не вмазался. А вот здесь мы можем уже и свернуть спокойненько. Отлично. Пока без груза мы с вами едем, легко едется. Когда у нас будет груз, естественно, уже будет потяжелее. Потому что за грузом еще надо следить. Видите, как он вписывается в поворот? Это вообще жестко. Нам нужно еще его прокачать, ребят. Вообще жесть. Я не понимаю, где мы только машину нашу будем вот эту хранить. Хотя это рабочая тачка, походу, да? Поэтому пофиг, будем отвозить на стоянку. Так, уже почти доехали. Вообще жесть какая-то. Да, дальнобойщики так и работают, что, блин, тупо ездят целыми сутками, целыми месяцами. И это на самом деле очень жестко. Это просто нереально жестко. Здесь водичка, вон, ой, как хочется покупаться. Там люди выпивают, отдыхают, просто тупо отдыхают, веселятся. А мы с вами за рулем, как упыри, работаем, блин. Да. Ну ладно. Я думаю, это будет не просто так. Нас на это наградят. И, в общем, зарплатка-то будет большая. Потому что если не будет большая, нахрен, я просто сворую эту тачку и продам ее нахрен. Нафиг она надо. Так, спокойно. Видите, она очень тормозит плохо, ребят. Надеюсь, меня груз ждет там. Так, спокойно, заезжай. Она очень плохо поворачивает. Просто дико плохо, ребят. Очень дико плохо. Отлично. Отлично. Почти приехали. Почти приехали. Спокойненько. Рессорчики наши тут могут поломаться с такими дорогами, короче. А, вон наш прицеп, походу, да? Да, у нас прицеп есть, ребята, отлично. С пункта А в пункт Б, как говорится. Так, хорошо, заезжаем.
Ну-ка. Отлично, мазафака. You attack tributa fuck. Там что-то написано. Distancion. Ага. Все, ребят, у нас есть груз, и мы с вами. Надо выехать только. О чем мы развозим вообще? Clicking bill. Bill. 110%. Мы мед? Мед? Мы мед разводим? Че за фигня? Чем мы развозим-то, я не понял. О, здесь люди пашут, смотрите. Первый раз, кстати, вижу, что здесь люди пахали, блин. What the fuck? Они реально садят, давайте посмотрим. Все-таки дальнобойщик должен посмотреть, чем они тут занимаются. По градкам сейчас походим. О, да тут вообще, смотрите, дождик прошел какой-то, да, мокро. Я дальнобойщик, ёпта. Че, вам не понравилось то, что я здесь хожу, да? Офигеть, они, походу, вызывают полицию, ладно. Пошли вы в баню. Я прыгаю в свою машину. Моя машина называется Хаулер. Хаулер, она называется. Какого фига они вызвали полицию? What the fuck? Офигеть, ребята, они вызвали полицию, вы прикиньте. Говнюки. Я же ничего не сделал. Кстати, я такое вижу в первый раз, ребят, чтоб они вызывали полицию. Я же не стрелял ни по кому. Ни по кому. Блин. Ладно, давайте попробуем так уехать от полиции. Это просто... Хотя мы не уедем, скорее всего. Ну ладно, давайте попытаемся. По идее, они не должны стрелять в меня, потому что я не стрелял. Я вообще ничего плохого не делал. Я просто подошел, посмотрел на... Блин, менты достали! Две звезды, какого фига? Отстаньте от меня. Так. Черт возьми, пропускайте меня! Сейчас авария будет! Тихо. Мы чуть с вами не потеряли наш груз. Да уж. И тупо по прямой, ребят, фигачить. Мне интересно, сколько мне дадут баблишки. Еще дамаг, смотрите, дамаг еще виден. Офигеть, они меня таранят, что ли? Да отстаньте от меня! Какого фига они меня таранят? Ну, с копами интересней. Вот это говнюки, надо было их убить, блин. У нас же, вон, 12 патронов есть, ребят. Помните, мы нашли, когда участвовали в гонках? Ну, поезд едет. Это просто жесть какая-то. Придется нам так с вами завозить груз, потому что я ничего не могу сделать. Мы, наверное, не уйдем. Это очень будет сложно. А нет, смотрите, мы как-то уходим. Да, они уже далеко. Надо, чтобы они меня потеряли. А вон еще спереди едут. Это просто жесть какая-то. Так, тихо. Обгоняем. Хорошо пошло. Здесь вот так вот. Как больно-то было, ублюдок-то, а? Сейчас я его столкну, смотрите. Опа, по-профессиональному просто сделал. Я, блин, настоящий дальнобойщик, что вы хотели. Со мной не такое говно приключалось. А с дальнобойщиками, ребята, на самом деле реально говно разное приключается. Их же стопят всякие придурки. Колеса спускают и прочее дерьмо делают. Смотрите, байкеры едут. Это же байкеры, да? Или это менты? Нет, это походу байкеры. Смотрите, мы уходим с вами от полиции. Вообще нормально. Реально уйдем, что ли? Чё так звезды долго мигают? Давай, быстро! Блин, чё они так долго мигают, реально? Нам осталось ехать, кстати, совсем чуть-чуть. Опа, отлично! Все, ребят, смотрите, мы с вами нарвались на полицию. Ушли от полиции. Я офигею, чё они вызвали, ребят? Вы напишите в комментарии, какого фига. Вот видите, мы можем доколупаться спокойно. Хотя знаете, почему они вызвали? Походу, мы зашли просто на их территорию. Поэтому они вызвали ментов. Походу так. А мы тем временем, ребят, уже приехали. Так, пропускаем. Заезжаем. Так. Отлично, просто жесть. Вот это хорошо, я поработал. Ой, как хорошо, сейчас баблишко заработаем с вами, ребят.
Так. Все, мне здесь оставить его, да, я так понимаю? Ну, давай. Все, походу, так. А, нет. Какого фига? А что, не хочет отпускаться, что ли? Я не понял. А, смотри... Подождите. Какого фига? Чё это происходит? Как мы можем отцепить грузовик? Эту хрень. Ребят. Как её отцепить, вопрос? Я-то всё правильно нажимаю, понимаете? Видите, что происходит? Окей, подождите, подождите. Если мы вылезем. Я ее просто не могу отцепить. Забор поломали. Вот это профессиональный, конечно, водила. Так, стой, стой, стой. Нам нужно, ребят... Так, главное, чтобы поезда не было. Вот так немножко заедем. Надо припарковать, походу, по-нормальному. Немножко дальше вот здесь вот, вот так вот. Блин, кстати, очень тяжело выравнивается. Просто жесть. Видите, как жестко? Так, тихо. Вот сейчас нормально будет. Так. Давай-ка. Походу, надо где-то здесь его отцепить. Нет, это гонка, это не то. Это не то. Как нам его поставить? Вообще жестко. Ну вот же, почти при... Мы же приехали. Поезд, охренеть! Тихо. Спокойно. Я не понимаю, как эти дальнобойщики работают. Да какого фига? Ну оторвись ты, груз, я хочу баблишко. Наконец-то, блин. Все. Хотя мне пишет, блин, какого фига? Чё такое-то? Я не понял ни хрена. Вот, прицепил, ну. Я же все правильно его доставил, все. Возить нужно. Так. Ну. Все, я... А, вот! Теперь нужно отцепить. Но вы видите, что залагало-то, а? То, что я его не могу, ребят, отцепить. Короче, я сделаю проще. Вы сами видели, я хотел поставить его нормально, но... Конченая просто не хочет ставиться. Бред полный. Я активировал гонку. А вот, смотрите, мы походу выполнили. Да, мы же выполнили. Хотя какого-то хрена, блин. Я хотел всего лишь повернуть. Вот так можно было повернуть. Все, мы поставили прицеп. В чем проблема? Все, готово. Наконец-то я привез, я заработал 2700 всего лишь. Да, с меня, конечно, дальнобойщик, ребят, просто никакой. Ну, это потому что лагала кончена эта хрень. Но мы с вами доставили, я на самом деле рад. Но, блин, баблишка мало. Не стоит, конечно, этой фигней заниматься, ребят. Интересно, мне нужно вернуть эту машину на место или нет? Или мы можем продать просто так, блин? Нет. В принципе, можно не возвращать. Мы можем ее прокачать, кстати, и... продать. По большей стоимости.
Так, надо где-нибудь вот здесь вот остановиться и перекусить, потому что дальнобойщики перекусывают и поспать надо. Слишком долгая дорога была. Вот так вот вылезем. Ну что, ребят, если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки, комментируйте, также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать ролики. С вами был Виолент, и до скорых встреч. Всем пока.